приветик, я хотела с вами ваша любимая Сахарная. И я снова буду возвращаться к 13 карте. Ну что ж, погнали. Басмахи. Во, вот это мы не... Я не выбирала этот коммент. Если я прыгну и тут опять этот текст, очень хорошо. Я спокойно отнесусь к этому, даже не буду искать вине в муке. Нет. Сама наберу с собой все. Потом я пройду опять на истинную концовку Вару, потому что она мне понравилась. Ну что ж, погнали опять. Большой начинает подрыть. Да ладно, если я захочу, ну он рисую. Поднимаюсь на очень сильно на свою жизнь. Всяких эмоций. Просто скажу. О, вот. Один условно. Это я выбирала. А вот это вот я не выбирала. Я принесу. Ну да, выбирала. Это я выбирала. А это ничего не выбирала. Я надеюсь на новую концовку. Что наконец-то получится. Придется все заново проходить. Я хочу новую. Вот. Вот, чай выпьем. Вот, вот, вот. Вот. Все, ждем. Ладно. Придется мне опять все перестраивать. Показываю результаты. Марина, Софья. Какой комментарий выбрала? Теперь давай-ка я опять так же самое так отвечу. Вот так. Вот так. Вот так. Все, кстати, с вами ваша любимая Сахарка, и всем бабай в десятой серии. Вот такая бубновая концовка у меня получилась, я не узнала, какая картинка на Данте. О, надо было подождать, да-ка мы подождем. Да-ка я все исправлю на... я спокойно, вот, да. Ну, нарисую. Ну блин, ладно, вот это! Ничего в общем. Да. Вот! Вероника, наконец-то, бубновый!
Мать был на характер безумно спокойная. Ага. Мин земля. Почти не друзья для него. Габриэль, Вероника, она тоже. Они как хорошие. Ты мало обращаешься с ним. Жду с ним. Почему ты твой ощущение? Нужно ли вспомнить? И хочешь сохранить друзья? Надо Вероника моя лучшая подруга. Что? Мы очень похожи, поэтому много проводили времени вместе. Вероника такая скучная, не хочет творить добро со мной. И пацаны спит или есть, не общаться с тобой. Вау, Вероника, что за тобой имя? Не хочу общаться с этой Морфишей. Ты бесишь его, и Лару убирает тебя. На тебе все равно, зонтик. Вероника, хорош, что-то еще. Зонтик, мы все с тобой смотрим, все время он сейчас говорит о тебе. Ники, это плевать на меня и мое внимание. Но когда я вижу ее спокойно по отношению к Лару, я ты. Ромко, то любит тебя, то не любит. Но важно ли это решить только тебе? Ведь что Вероника мне плевать. Ему плевать, тебе плевать. Идиллия. Офигеть, какая картинка! Офигеть, бубновые! Вот такая картинка, вот на этом мы с вами закончим наши любимые суперкопаи. С вами уважаемые суперкопаи. И сейчас я закончу опять на эту концовку свару и буду с вами прощаться. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И всем бай-бай. Увидимся в следующих сериях. Всем бай-бай.